Я думаю, вы все видели. Та вот ситуация, которая у нас складывалась в подготовительном периоде. То, что вот не смогли мы выехать на сборы, это, конечно, сказалось в первом тайме, вы видели. То есть ребята в первом тайме только входили в тот темп, в какой игровой режим, который необходим в ФНЛ. Поэтому где-то была робость, где-то неосторожные шаги, где-то неуютно себя чувствовали на поле. Потому что, да, мы проводили игры контрольные, но проводили, спасибо этим командам, которые здесь у нас в Питере приходили нам на встречу, играли с нами. Но нам нужны были более серьезные соперники, чтобы ребята уже почувствовали темп. К сожалению, этого нам не хватило в первом тайме. Вот первый тайм мы входили в игру, только входили в игру ФНЛ. Во втором тайме ребята уже освоились. Я в перерыве сказал как раз парням, ничего страшного не происходит, это естественный момент. Сейчас почувствовали игру, почувствовали соперника, почувствовали все темп. Все в карты, в ваши руки, все вперед. Освоились, создали моменты, к сожалению, чуть-чуть не доработали в этих моментах. Но я считаю, для всего, что как происходило у нас, еще раз повторяюсь, ребята отыграли достойно. Я поблагодарил их за игру. Леонид Иванович Цапа сегодня появился на игре, заходил ли он в раздевалку, и что вообще обещает руководство на ближайшую хотя бы перспективу? Ну, Леонид Иванович не заходил. Заходил Валентин Викторович, генеральный директор, буквально перед игрой. Сказал, что лед тронулся потихонечку. Ну, не в таком, да, что хотелось бы, как. Но небольшие. То есть не буду ни вас обнадежить, ни ребят, не знаю. Небольшие подвижки пошли. Как будем смотреть вот на этой неделе.